Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Так, я не знаю, видите вы меня или нет. Я очень надеюсь, что да. Алло. Так, мне сейчас просто звонили. Всем, короче, салют еще раз. Привет, дед. Марина, привет. Так. Видно, все, круто. Просто, короче, позвонили. Еще как у вас дела? Рассказывайте. Вот, отдыхаем. Как бы пятница, это классика, на самом деле. Немножечко расслабиться, так сказать. Лада. Привет. Картавая родня, ужасный. Я не пью. Всем привет. Лада, я не с тёлками, я с Антоном. Не переживай, я только твой. Ну там еще Геба, кстати. You know. Всем привет. Батлы какие? Третьего тура, я не знаю. Сейчас вам, короче, покажу Антона. Сейчас, короче, к нему очень медленно подойду и испугаю его. Мне кажется, очень тяжело, короче, писать треки. Я хотел бы не знать тебя. Я как ёлка. Ты ёлка? Да. Антон отдыхает. Блять. Как, можешь по семье. Как всегда. Короче. А кто там тебя смотрит? Ёлка смотрит? Нет? Нет, я думаю. Ну все, тогда нахуй. Передам привет. Вам от Влада привет. От Влада? Да. От кого Влада говорит? В «Звездных войнах» я будто Джаджа Бинкс. Ебать. Колян, салют. Ты чё не там? Как у тебя дела в твоей стране? Все такое. Давай уже, мы тебя ждем. Катинс Юшкова. Что у тебя тут никнейм такой, прям хер вы говоришь. Ну где гостиница? Короче, у меня есть огурцы с огорода. И я думаю, что если кто-нибудь будет в ИКБ и меня встретит, я могу дать кому-нибудь огурец сегодня. Погода холодно стала, и меня это очень сильно расстраивает, на самом деле. Вот, а так, типа, ну, пойдет. Терпимо. Греемся, вот, типа. Мерч какой? Слово ИКБ? Отдыхает он, блядь, у него каникулы, да, идут, видимо. Трактор! Нормально? Надеюсь, что да. Что делать? Весточка! Короче, мы сидим, пьем. Ну, как пьем? Отдыхаем, так сказать. Расслабляемся. Вот, с Антоном еще
с ребятами. Ты что-то там, как, в своей столице. Кстати, сегодня Аллу встретил, передал ей привет через тебя. Обычный огурец с огорода. Настя, давай, короче, если ты придешь, я буду рад. Мы, знаешь где, мы тусим на Малышева за резиденцией. Приходи. Антон пишет в чат, да? Да. Вот. Никита, знаете его? Здорово, наркоманы. Короче, третий тур уже прошел. Маховый завтра куда? Настя, короче, ну блин, где, как тебе объяснить? Знаешь, где памятник Битлз у нас? Вот рядом, короче, где, ну, тут еще рядом Рубин, резиденция президента, этот, через дорогу Плотинка. Передают и там. Так что давай, я тебя жду. Давно не общались, не виделись. Сектор это. Ты тоже типа как бы. Че анонисты, блядь? Русские есть на сервере? Такое эхо здесь, мы в горах, ребята. Да. Жестко это. Пинг, пинг. Пинг. Давайте, может, что-нибудь там пообсуждаем, если есть у кого-то вопросы. Если нет, тогда не будем обсуждать. Новый батл, я не знаю пока. Батлил с крутым чуваком. Вот, я не знаю, когда будут выходить батлы с третьего тура, потому что еще много сняли батлов с основой. Вот, и хер знает. Стол фрешблада я смотрел. И, ну и что, да, я глянул. Кто самый жесткий? Насчет проигрыша какого? С Микси? Ты имеешь в виду? Нет. Я нисколько не загоняюсь. Съебал оппонента на третьем этапе. Про третий этап я ничего не буду говорить, потому что вам так будет интереснее потом смотреть. Вот, кстати, видите? Высоцкий, вон. Знаете, да? Что такое Высоцкий? Я бы хотел комплиментарку из голубей. Ну, наверное, блять. Ну, типа с ПМом уже была, наверное, после ПМа с Палмдроповым. Хотя, наверное, нет. Так, просто зачем? Так. Кажется, стали смешно. Я в ЕКБ, да, в центре. И если кто-то хочет, может, встретиться, вы можете написать там, хер знает, может, пересечемся. Какого исполнителя на данный момент слушаешь чаще всего? О, хороший вопрос. Наконец-то. Хоть что-то, кроме Версуса. Я думаю, что репичу я больше всего в последнее время трек PLC на вылет. Очень грустная и милая песня. Вот. А еще. Блин, трудно сказать, на самом деле. Слушал альбом Минаж недавно. Ники Минаж новый и ну такое. Прикольно, но как-то больше важного, может быть. Вот. Часто слушаю Викинда, часто слушаю NF. Вот, поэтому как-то так. Наверное. Ела Вульфа слушаю тоже, да. Вот сегодня слушал песню Whiskey in a Bottle. Крутой трек. Крутой трек. Как исполнитель Окси или Смоки? Скорее Смоки, потому что
с его музыкой у меня больше связано в жизни вещей, чем с музыкой Окси, но Мирона я тоже как бы послушиваю иногда, вот, и у него очень крутой куплет на конструкторе, да, таком сайфере называется. Сердце и письку, заебись. А к Мирону отношусь хорошо. Быть в его команде, ну, как бы, типа, может быть, если бы я не был бы в команде с Макимо. Да. Аня, мы... Мы, короче, стоим за резиденцией президента. Да, президент. Ну, короче, Малышева. Ну-ка дай мне немножечко хайпа. Сейчас вам тут расскажет Антон. Вопросы какие-то есть? У тебя есть любимая книга? Да, у меня есть любимая Какая? Книга. Блять. Диалоги Платона. Вот такой ответ. Да читать ли вы, читают только хуесосы в наше время. Вы что, вообще что ли? Ну типа, кто читает? Можно смотреть фильмы, можно читать комиксы иногда, вот максимум. Но это и то, если у тебя уже, ну, по шкале гомосексуальности ты наполовину преодолел. Я мало читаю, если честно. Вот. И не горжусь этим. Последнее, что я начал читать, это, короче, Мартин Иден. Вот, и я его так и не дочитал, но мне нравилось, пока я его читал. Вот, «Парфюмера» читал года полтора назад, мне понравилось. Именно книжка лучше, чем фильм. Фильм «Батл рэп» неплохой. «Академу салют», у вас очень странные дома, но у вас прикольно. Микси победил уже. Короче, у меня уже была трансляция неделю назад. Я там много про батлы с Микси сказал, поэтому, ребят, давайте без этого сегодня. Когда ты познакомился с Флэшем? С Флэшем? Это хороший вопрос. С Флэшем я познакомился очень давно. Он еще был молод. Еще моложе, чем сейчас. Вот. И типа, я уже не помню как, по-моему, просто мы типа списывались и все. Вот, и потом у них был Crystal Gang, там же был Кит, Aqua Liquid, Саша, НЛО, Джанг. Вот, и ну типа мы с Лешем знакомы очень давно. Вот, вряд ли, конечно, он это посмотрит, но как бы это неплохо. Так, короче, в ближайшее время что-то будет с вами на слово. Слово ИКБ, я пока не знаю, ну, наверное, осенью вот будет кубок Прогрина, если все получится, и будет все красиво. Я не похож на Ахлобыстина, на него похож Максим Картавый. Сектор, ты умеешь плавать? Плавать умеешь? Кто спрашивает? Спрашивает. Дима Давыдов. Дима? Дима. Умеешь плавать? Если у тебя где-то в Свердловской области есть замечательный коттедж с бассейном, и есть очень много женщин распутных, кто умеет? Я, блядь, и брасом умею плавать. Как я только, блядь, не плаваю, Дима? Если ты спрашиваешь просто ради спортивного какого-то интереса, если ты хочешь со мной на перегонки поплавать, то нет, я не умею плавать. Тону, блядь, в чайной ложке просто. Вопрос исчерпан. Могу отплавиться. Раунд. Так. Читал книгу «Тысячеличий герой». Короче, я так пока и не прочитал этот бестселлер, так сказать, после батла Славы и Мирона. Вот, но я думаю, что как-нибудь я этому уделю время. Мексиканец. Почему все отдали Картавому? Мы не отдали ему ничего. Прикол в том, что типа, ну, типа, Максим на самом деле молодец. Он подхватил филиал, потому что у меня нет времени на это все сейчас. Вот. А он хочет, чтобы наш филиал развивался. И пока я в отпуске, пока я занят Версусом и прочими делами, он как бы делает слово ИКБ. Я считаю, что ему за это респект огромный. Те, кто против, идите нахуй. Вот так, нахуй, дерзко, блядь. Виз.
Иисус. Абсолютно. Если не рэп, то что? Блять, хуй знает. Ну, мне нравится R&B, наверное, соул. Но я не умею петь. Визу тоже, кстати, салют. Я бываю порой на Визе, там прикольно. Махаю всем. Блять, много сообщений проебал на самом деле. Пока тут Антон рассказывал про свои способности плавательные. А если получится... Так, ладно. Вроде бы долистал. Смотришь «Счастливы вместе»? Я смотрел одно время. Ну, типа, просто фоном, там, хер его знает. Ну, да, конечно, я видел там. Ну, как можно, типа, жить в нашем городе и не смотреть «Счастливы вместе»? Это ж, как бы, блядь. Гитару, в смысле, я никогда не играл на гитаре, на самом деле. Вот, но я бы хотел. Всем привет, ребята. Про грин поставщик ты плюс ел. Так. Как-то, мне кажется, скучновато становится. Поэтому скоро, наверное, уже будем завязывать. Пилигрим. Блять, это же Пилигрим. Блять, давай сфоткаемся, Пилигрим, пожалуйста. Фильм. Есть какой-нибудь фильм? Вот посоветуй фильм, ребята. Какой? Этот господин работает на телевидении, он шарит в кинематографе. Какой фильм ты можешь посоветовать? Блять, жанр. Да давай жанр. Ну, три фильма, которые тебе вот. А которые мне закатывают, да? Да. Короче, старый фильм. Из новых фильмов мне мало чего нравится, потому что я мало их нахуй смотрю. Это, блядь, Бэтмен, типа, Темный рыцарь, нахуй. Оригинально, пиздец, так. Блядь, сука. Не, ну реально, вот он мне заебись загнал, типа, из-за Джокера только, и все. Ну, из-за Хита Леджера. Да, он охуенно сыграл. Потом, чё, В, значит, Вендетта. Ну, блядь, я по классике в основном хуярю, короче. В, значит, Вендетта, и, блядь, наверное, блядь, как он, сука, называется, кинчик, я забыл, блядь. И, короче, еще, знаешь, охуенный кинчик. Не волнуйся. Я не волнуюсь, блядь, да мне похуй вообще. Ты же Пилигрим, хули ты. Блядь, этот, Побег из Шоушенка, блядь. Ну, Зеленая миля еще. Оригинально очень, вообще, просто новые фильмы советую. Это классика. Это, нет. Ну, это классика, да. Из новых нихуя. Короче, я не смогу сказать. Я, наверное, посоветую, блядь, хуй знает на самом деле. Мне очень нравятся фильмы Кевина Спейси, несмотря на его ориентацию, как бы вообще не похуй. Вот. Кевин Спейси, наверное, один из моих любимых актеров, если не самый любимый. И с ним довольно много крутых фильмов, типа «Заплати другому», «Красота по-американски», «Жизнь Дэвида Гейла». Вот. Ладно, я передам. Ты все еще тут? Я повещен. Так, я еще одеваться. Я одет в, блядь, роковер. Коля, мне кажется, этой джинсовке больше лет, чем тебе. Вот, короче, из старых фильмов еще, кстати, «Ворон» мне нравится. С Брэндоном Ли. «Бойцовский клуб» я не смотрел, я не знаю, что это за фильм. Вот, ребята, типа, что, «Бойцовский клуб»? Охуеть, типа, вы меня удивили. К Паранасту. Короче, мне скидывали фанфики про меня с гимнастом. Девочки, которые это пишут. Пожалуйста, завязывайте. Это не смешно. Очень противно и мерзко. Когда 32-летний мужик читает про соитие с мужчиной, целый текст, который, ну, типа, нихуя не маленький, я огорчаюсь, что в вашей голове это, блядь, происходит. Завязывайте, пожалуйста, иначе я пожалуюсь вашим родителям. Мой псевдоним охуенен, да? Вот там будут две буквы «Р», как бы, понятно, как бы. Мне 18 лет, я с командой смотрю. Ты что, Майлз?
Ты читал фанфик про себя и Лунтика? Нет. Короче, я читал фанфик про себя, про то, как, короче, ребята со слова ИКВ пришли ко мне в гости, и я им, короче, показывал свою плазму, новую плазму. И вот этот фанфик, вот это супер. Как бы автор этого фанфика, если ты это видишь, тебе респект. Я очень сильно ржал, это прям лучшее. А вот эти гомосексуальные фанфики, это, блядь, ужасно. То есть, очень плохо. Это даже, типа... Если бы типа это было бы смешно, то ок, но это просто мерзко. Я хотел бы касательно. Там Ёлка поет песню Сереги Пиоси. Панангин. Алена, да, салют. В Воронеже не был, но я бы, наверное, бы съездил. На самом-то деле. Фанфики — это прикольно, когда они, типа, сделаны с юмором, и они, типа, сделаны, ну, типа, интересно. Когда это просто какой-то гей-щит, короче, ну, блядь, это... Нет. Вот. Автор фанфика про плазму, еще раз, тебе респект. Это прям охуительно. Да, короче, я читал, видел фанфики про Летая и Палмдропова, мы, кстати, как бы скидывали. Это тоже мерзко, пиздец. То есть вы что, ёбнутые вообще? Вам что, делать нехуй? Я в центре города, в ЕКБ. Так, ребята, короче, давайте вот будем завязывать, потому что я уже долго стою с вами сегодня здесь, и ребята ждут. Что, ты придумал еще один фильм какой-нибудь? Или опять будет Бэтмен опять будет у тебя? Три лучших города России, ну, ЕКБ, СПБ, РП Пышма. И СПБ. И Камышлов. Лучший город, рабочий поселок Пышма. Если вы не шерите, мне жалко вас нахуй. Ладно. Так. Уже фанфики про Летая и Мяузы. Ужасно, ребята. Гомосексуальные фанфики — это плохо. Да, короче, все, давайте еще 2 минуты, и я пойду. Как Даниил и Кирилл за руку шли. Ну и что теперь? Даже если шли, они же голуби, как бы, ну, могут и... Харьков, когда? Коля, в гости меня зови. И пусть вот Павлов мне... О, Алиса! Алиса, привет! Я тебя жду. Давай уже, едь. И нос свой сюда вези. Очень жду твой нос. Алиса, давай сюда к нам. Ты че дома-то все еще? Относишься к ограниченным по времени... отношусь к таймингу на ФБ охуенно. Это, кстати, на самом деле одна из особенностей, за которые я люблю этот сезон ФБ, потому что я не могу писать много текста. И когда у меня есть ограничения, я прям, короче... О, Высоцкий, еще раз. Блять, не надо. Короче, я радуюсь. Поэтому я за. Мирон вызвал проститутку и приехал Летай. Ой, блядь, ну смешно, да, так-то. Ксерокс, привет, если пишет. Это то же самое, то, что ты пилигрим, ебать. Да. Алиса, давай уже едь сюда, я тебя жду. Че она пишет? Алиса, потому что твое имя, как у Мирона в Горгороде, у главной героини. You know? Да мы тусим там, короче, Антон, Геба, еще тут Толя. Так что давай. Plan Dead, мастер битов. Да, кстати, я видел его батлы под биты. Это лучшее, что я видел вообще в жизни, нахуй. Как Бэтмен почти что. Блять, Бэтмен охуенный. Темный рыцарь, Джокер. Блять, ну я просто, я сразу сказал, что я по классике хуярю. Кида, завтра, короче, у нас день города. Вот, но я, вероятно, съебусь в Пышму. Кстати, очень хочется сделать эфир из Пышмы,
Блядь. И показать вам достопримечательности, но там плохо все с интернетом. Там не будет. Вот. Поэтому я хуй знает. Ну, короче, я, может быть, попробую, в эфир где-нибудь часа в 4, пока еще светло, и показать вам, короче, пушму. И вы, я думаю, охуеете вообще. Если вы за, то ставьте плюсики. Если будет хотя бы 2, короче, плюсика, я буду рад, и все, и тогда будет, ну, хотя бы, типа... 5. Типа, попытка сделать такой эфир. Так, короче, все, давайте, вот, раз плюсик, два плюсика, все, отлично, все, 3. Все, короче, будет эфир из шмы. Ребята, 5. Я вам нахуй покажу лучший рабочий поселок на земле. Это место, откуда просто люди поднимаются до 4 сезона Versus Fresh Blood. Знаете, да, такая тема? Да, просто люди поднимаются. На самом деле, блядь, вот все люди, которые поднялись, блядь, на мой взгляд... Поднялись, пиздец, но... Это, короче, из самых глубинок. Из самых-самых глубинок. Такие, как Пышма, там, блядь, не знаю, Камышлов, Может, короче, просто про себя как бы говорить. Да не про себя, ебать, чё ты... Не, на самом деле, блядь, нормальные люди просто поднимаются, блядь, с глубинок, и все. Просто люди, как бы люди, мне кажется, которые видели жизнь, ну, не то чтобы там самого низа, но типа, которые жили в месте, где был полный пиздец, как бы больше ценят разную хуйню. Такую. Серьезно. Ладно, короче, все, давайте два вопроса последних, и я завязываю. Отвечаешь на... Да, отвечай, давайте. Отвечаю на два последних вопроса, иду дальше сектором отдыхать. Потому что надо бы уже завязывать с этим. Где шапочка твоя с отбора? Ну, как бы, ну, типа, лето. В шапке ходить летом такое себе. Дома лежит, я надену ее, когда будет... Надену. Короче, видел комменты, что я сказал «одел» на батле с Микси. Мне очень стыдно. Реально, очень стыдно. Я знаю, что правильно «надел», но тогда было волнение. Песни петь сегодня я не буду. Кто лучше батл МС в акапельных батлах? Самый лучший батл МС в акапельных батлах. Ну, мне нравится сектор, ПМ. Наверное, все. Сколько лет уже в батлах? Ну, если типа считать фристайлы, то лет 10. Вот, ладно, ребят, все, я, короче, пошел. Всем большое спасибо за компанию. Вы подняли настроение. Вот. Я думаю, что в воскресенье я все-таки сделаю эфир из Пышмы. Вот. И это будет охуенно. Я типа, короче, там сделаю круг по нашему центру. Покажу вам свою школу, покажу вам разные места. Короче, я очень сильно постараюсь, потому что, ну, типа, у нас, может быть, будут траблы с инетом, со связью, но я попробую. Вот. Всем хорошей пятницы. Много не пейте, если вы пьете. Если не пьете, то вы молодцы. Вот. Если пьете, тоже молодцы. Да. Удачи всем. Счастливо.